Белорусов ожидают холодные выходные. В субботу днем столбик термометра дотянется до 10 тепла. Ночью и вовсе ударят первые морозы от 0 до минус 2. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за дождей и сильного ветра. Ожидаются порывы до 14-17 метров в секунду. В воскресенье метеокартина не сильно изменится. Днем воздух прогреется максимум до плюс 9. Ночью температура и вовсе упадет ниже 0. К тому же синоптики обещают мокрый снег. В Колорадо разразился крупнейший в истории американского штата лесной пожар. Стихия вспыхнула 13 августа и с тех пор набирает серьезные обороты из-за сильного ветра. Побороть пламя мешает труднодоступная местность. Огонь уже уничтожил свыше 64 тысяч гектаров земли и подобрался к жилым строениям. Со среды в ряде районов эвакуируют людей. Местные власти рассчитывают, что пожар будет локализован к 8 ноября. Река Парагвай достигла самого низкого уровня за полвека, практически пересохла. Всему виной отсутствие дождей. Через реку осуществлялось около 85% внешней торговли Республики Парагвай. Падение уровня воды сильно ударит по экономике страны, говорят эксперты. Убытки в секторе речного транспорта Парагвая уже достигли 250 миллионов долларов. Завтра в Бобруйске будет облачная с прояснениями погода. К вечеру возможны осадки. Днем воздух прогреется до 8 тепла. Ночью градус опустится до 2 со знаком плюс. В воскресенье целый день будет лить дождь. В светлое время суток столбик термометра достигнет отметки 7 градусов тепла. Ночью опустится до 0. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.